сейчас Хумо работает. Начался матч. А теперь непосредственно к тем, кто будет на лед выходить. Первый момент и сразу же забивает Хумо на 30-й секунде. Вот долго ждали. Похоже, что замерз немного Брест. Мы пока смотрим, как этот гол, собственно, с чего родился. Ну, тут абсолютно одного Сиксну оставили на пятаке. Из-за ворот Владислав Дюкарев ему отдает передачу. Ну и Сиксна из глубины подключается. И таким, ну, может быть, немножко не получился бросок, как говорят, корявенький. Видим, что Брест раскатился, да, начинает получаться атаки. И вот момент классный у брещан. Продолжается розыгрыш большинства там наверху у Сиксна. И опять тут на бампер передачи. Тоже от них какой-то активности впереди. Видели мы момент у Боярчука. Но там было положение вне игры. И вторую Брест пропускает, забивает. Забивает же Вахир Расулов, о котором я уже говорил. Удачного выхода из зоны. Вот здесь Расулов перехватывает шайбу. Убирает оппонента, бросает. И, по-моему, даже кого-то попадает, да? Давайте-ка посмотрим с этого повтора. Да нет, ни в кого не попадает. Под мышкой шайба прилетела, но Бронников о чем сигнализировал? О том, что хоккеист хозяев... Ну и это тоже был перспективный прострел от борта. А это перспективная контратака Хумо. 3-1, бросок в дальний. Салей играл. Ну что там уже рассказывает? Ну, сыграл один матч. Два матча выиграли. 4 проиграли. 3-0. Какой проход-то Марка Эмиля Малышева. Ну, смотрите, как протащил шайбу, положил на неудобно. Ну, пространство просто, я не знаю, как на тренировке, да? Все получается у Хумо пока в первом периоде абсолютно без сопротивления проходит. И, насколько я понимаю, еще форматы 4 на 4. Снимается шайба на Шеллига. Вновь Сергей, но можно и бросить. Бросает, добивание, еще одно добивание. И шайба залетает в ворота, забивает Брест. По-моему, Владислав Мартынюк там добавил 3-1, но вот о чем я говорил. Подтверждение того, о чем я говорил. Да, вот здесь Сергей Малявка бросает. И, ну, похоже, что да. Похоже, что все-таки Владислав Мартынюк там добавляет на штанге, не Федор Качан. Но Федор Качан тоже там очень сильно помог тем, что Илью Назаревича, по сути, выключил из игры. Вот сейчас это будет видно. Вот здесь клюшку, ну, не поднял, конечно, но помешал. Помешал защитнику Хумо. Обязан выводить шайбу из зоны, казалось бы. Ну, тот же Боровиков как-то ее слишком задержал, как показалось. Но вместо этого классная атака. И в меньшинстве Хумо делает 4-1. Шевченко отличается. Вот казалось, что Боровиков в развитии этой атаки все было очень даже правильно. Шевченко отдал на партнера, получил обратную передачу, но тут просто уже разложили. Разложили Бронникова, никаких шансов у голкипера. И Шевченко забивает четвертую. В меньшинстве еще отличается хозяева. Шилов ассистировал. Да, кстати, Хумо играет в чемпионате Казахстана, не во всероссийской хоккейной лиге. Был там сезон у Хумо, когда команда... Так, зарубается здесь Качан и Габрусь. Но в целом, конечно, у Варфоломеева есть определенные козыри. И эти козыри... Так, тут момент у Бреста. Цыганов 1-0. Цыганов. Фомин вытаскивает. Правли. Начинает у них что-то получаться. Да, ох ты, какой момент! И перекладина Бурчук. Вышел Бовбель, кстати, у Бреста. Вышел Сушко. И забивает Брест. Забивает. По-моему, Павел Боярчук смахнул шайбу после наброса. Это поприятней. 37-я минута. Вот наброс. И Боярчук смахивает шайбу в сетку. Даже сразу непонятно было. Да, потому что особо и не радовался Боярчук. Но классно все получилось у Павла. Тоже опытнейший нападающий. Единственный вопрос высоко. Не поднял ли клюшку высоко, но похоже, что, естественно, сразу же спохватились хозяева, пошли вперед. И хорошая передача, но это не засчитанный гол будет. Тут даже можно не радоваться. Данила Карабань пяточкой забивает. Так делать не... Да нет, это не гол, конечно. Но это хороший момент. Это такой футбольный гол получился у Хумо. Закрыли зону
Хозяева и Назаревича. Пять поливает, но на этот раз попадает. Илья Назаревич. 5-2. Вы видели, как он пристреливался до этого в пауэрплей. Ну и здесь шикарно положил. Просто попал и очень мощно, и очень точно. Ну, Назаревич теперь двигает ее дальше. Попытка броска. Доходит шайба до пятака. Бросок, и тут шестая залетает. Теперь уже у Данилы Карабаня этот гол никто не отнимет. Забросил он коньком, а теперь... Вот даже по этому повтору видно, что абсолютной неожиданностью стал. Вот здесь вроде уже выбросили шайбу из зоны. Брещане выбрасывают, да, но она... Ну, следующий, кстати, Брест проведет. Так, тут ошибка на синей линии. Убегает 1-0 хоккеист Хумо. Бросок. Шурыгин. Здесь перехват от Хумо, и можно в контратаку убегать в меньшинстве в очередную. Бросок поворотом. Шурыгин блокирует. Дюкарев. Хороший перевод на Назаревича. Назаревич, классная пауза. И отличная стадия турнира. Все еще раз напомнил. Теперь досматриваем игру. Бросок поворотом, рикошет. Это повлияло, но, по крайней мере, не было уже такого. Ой-ой-ой, падает тут шайба перед Бронниковым. Заслон и сквозь Бронникова, но и мимо ворот тоже пролетает. Начали уже отсчет болельщики. Под это дело еще один бросок. И седьмая все-таки залетает. Ворота Бреста. 7-2. Вадим Кравченко. За 2 секунды до сирены. Устанавливает уже, похоже, окончательный счет. Тут совершенно один Кравченко остался. Было время прицелиться и точно бахнуть в дальний угол. Победа впереди, и в том числе, я думаю, на этом турнире. Сегодня же явно не получился у Бреста матч. 2-7. Крупное поражение брещан. Но, повторюсь, через такое тоже команды проходят многие команды.